Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале Boston Technic. Меня зовут Анур. Представляю вашему вниманию трактор DT75 1990 года выпуска. Сейчас пройдемся по кругу, покажу вам поподробнее его состояние, состояние гусениц, двигателя, ну и кабины. Гусеницы еще в хорошем состоянии, наработка, как можете заметить, поэтому пальцу наработка минимальная, все пальцы установлены и зашпринтованы. На тракторе установлен стартер, запускается он с стартера, с этим проблем нет, работает трактор ежегодно. Помогает по хозяйству. Как видите, подтеков не имеется. Сзади у нас имеется прицепное. Остекление все целое. И давайте пройдем в кабину. Такое состояние кабины, более чем. Поэтому, дорогие друзья, если вам необходим данный трактор, то обязательно к нам обращайтесь, пишите, звоните. Мы вам все подробно расскажем, покажем, доставим технику к вам на хозяйство. Находимся мы в городе Волгоград, историческая 183. Всем спасибо за просмотр, всем пока!